да, дальше что? Я всем расскажу, что я поиграю в One Week at Springtrap, типа от слабый Springtrap, мне кажется, если так переводится, если честно. Ну я просто не знаю. Начал игру опять, это же вторая серия, в один тот же день, надеюсь, все будет нормально. Ну я объяснял, вот, я буду пока что снимать осу, ну а эту, когда смогу, тогда я вот такие буду тоже записывать, если не потянут компьютер мой, конечно. Вот, давайте посмотрим, что есть, давайте туториал, блин, я не знаю, что это за игра, например. Кликни на кнопку, вроде. Ну давай, марионетка, это легко, ты, типа, нуждаешься в вайт. Типа, отключивается музыкальную коробку на камере, и если ты, Ранс, типа, бежишь туда, типа, ты будешь убит марионеткой. Ой, там вайт. Ага, понял. Второе, ты Golden Freddy. Ты пойдешь, типа, ты, что-то там будешь пиццерий, да, после... Я забыл слова английские. После этого ты будешь... Чё, двери что ли? Ладно. Мало времени, чтобы войти в офис. Ты должен... Надеть маску... Эмидиатели, типа, да не знаю, что такое. А, не понимаете? О, вон, вон, вот там сизон. Да, понял. Дальше кто? Ты Бонни? Он на камер 04, когда он... Встает, ты используешь шокер, типа кнопку да, шокера, типа шокер, скажем, чтобы активировать его. Если ты не, типа, если ты не, типа, если ты не нажмешь, наверное, он выключит твою, а, он заберет твою энергию и атакует тебя. Ну, ты не плов... Да, дальше что? Фантайм Фокси, окей. А, ну нахуй что такое, типа, она двигается, если она, что, если камеры выключены, да? Но если она в вентиляции, Фокси будет входить в офис по-разному, да? Anyway, тебе в разные пути. Когда ты... Here's second ventilation, типа, услышишь стук в вентиляции, подожди 4-5 секунд и одень маску. Она будет... Типа, она появится перед тобой, короче, и... Если это мало секунд, короче, понял, масс. Да. О, Спрингтруп. Да. Он... Он раз... А, он любит скачать Golden Freddy, хорошо. Но иногда быстрее, типа... Чего? Он войдет в офис через вентиляцию... Первую вентиляцию, да, и тогда... В этом... Ну ладно, что, как-то вперед такой. Я, конечно, английский не знаю, ладно. У тебя есть несколько секунд, чтобы одеть маску, когда он в офисе, так скажем. Если ты не, успе... ты не успел, получишь скрин... короче, скример от него. А что это такое? А, это фонарик? Фонарик, нифига себе. И последний это... Broken Baby, нифига себе. Она агрессивная, да. Она что, войдет в твой офис, типа, и... Через вентиляцию или... и дверь. Вот, что, ты двойная, что ли? Угу. Тебе, чтобы остановить, надо посветить на нее, да. Посветить в глаза, типа, вау, круто. И если она вошла в офис, то ударю током. Ха-ха, нифига себе, хорош. Хорошо, хорошо. Давайте в гейм. О, это что такое? А, это же трейлер FNAF 3, короче. Как я это не увидел? Ты что, ты хочешь меня испугать, ты? Давай. Там фаз... Ты там написал? Не понял. А, Егорыч. Ты кого там увидел, я не понял. Ну какой страшный звук был, конечно, нифига не понимаю, к чему это было все. Да, отлично, типа. А можно нет? А, типа, его к свою хату посмотреть, думаю, это в хате будет. Пишут. Так, это кнопка света. Это изменение токсика. Хорошо. Да. Ты можешь использовать камеру, эту хрень и эту хрень. Если ты смотришь куда-то туда, то ты молодец, это аниматроник, а тюториал, да, я уже. Громко же так.
Так, мне там написали, короче, там ничего такого особого. О! Здорово! Братаны. Какие туториалы, ты чё? А можно... А как слезть-то? Так. Я понял, что на Escape лучше не нажимать. Игра вылетает и орёт тебе «Пошёл в жопу!» Ну. Слушай, не понял, зачем? Ну да, здравствуйте, Ванда Фокси. Там, типа, прингбонни, да? О! Вот как оно! Понял. Все, понял, до свидания. О, какие прекрасные, да? Только не какие-то... Ну ладно. Вообще отлично. Нормально. О, здорово. Ну я вижу здесь прекрасно, да? И у меня только одна камера. А еще я должен делать? Это типа такая шуточка, да? Мужики, вы мне решили дать одну марионетку? Или что вы мне решили дать? Поверни свою рожу! Молодец. Здорово, марионетка. Что вы тут делаете? Фреддича. Давайте сломаем кнопочку. Нет, нет. Да блин. Как-то так страшно вылазить, что вот наконец-то. А не можно как-то проиграть? О, вот один. Да, повернит! Я только что увидел как-то, меня аж испугало что-то. А че не делать, я не понял. Ну хорошо, ждем время. Посплю пока. Винтап, тут-тут. Блин, музыку создаем. Так. Ну и посмотрим, что здесь интересного есть. Ля-ля-ля-ля-ля. Может, тут посмотрим, что-то интересное будет ты. Ну блин. Мне не интересно же заводить шкатулку, которая уже заведена. Ну, в принципе, а чё бы и нет. Кто там лазит? Повернись. А ну-ка ещё отсюда поверь. Если я вас слышу, а я вас не слышу, ну, не приходите. Типа, ну да, пожалуйста. О, наконец-то начало разводиться. Разводиться, да, ну с кем? Вы понимаете, марионетка с шкатулкой разводится. Печально. А нет, опять завелись, прикиньте. О, они опять развелись. У меня без понятия, как они так вообще живут. Ходятся, расходятся, разводятся, женятся и всякое такое. Типа, вы сами понимаете, да? Кто там что написал? Ну окей. Я уже испугался, что-то мне как будто экран в глазах потемнел. Так, вентилятор не крутится, наверное, электричества нету. Будем ждать утра. Я не знаю, через еще может поделать. Игрушки понажимать. Бонни, блин. Господи, нормально. Фандай Фокси тоже неплохая. О. Я вообще не знаю, как это прекрасно. Отлично, чё бы нет. О, нифига себе, 6 утра, наконец-то. Я тут сижу уже, сплю такой. А, здесь экран так мигает, типа, тук-тук-тук, типа, дискач, е-е, круто, да, ух, да. Тебе давайте, пожалуйста. Здорово. Да они ж громко, ж-ж, блин, ты. Я тебе сейчас зарежу чем-то. Я опасный. Повернулись. О! О! А теперь будет интересно. А шкатулки нету, да? Тут. Ну, типа, неплохо. Пошел нахер с моей хаты, ты! Пошел! А что за вайн? Значит, кто мне нужна? Пошел вон! Какой-то страшный, честно. Не страшно, да нифига. Где ты? Повернись, скотина! А ты где? Где ты лазишь? А ты опасный, я вижу. Пошел вон отсюда, ты. Я же не успею. А, нет, успею. Пошел вон.
Направо уходи. Скали, пошел вон, что такой тупой, блин, ты? Голден. Да повернись ты! А маску я одеть не могу. А, ну... Иди сюда, скотина, я в маске. Чё ты мне сделаешь, ты? Ты ж здесь? Эй! Давай, нападай. Я защищен. Могу сквозь маску светить на тебя. Можно буду в маске сидеть целый геймплей вот этот? Мужик. Мужик. Мужик! О, здорово. Здорово, бич. Нападай, скотина, я тебя не боюсь. На мне маска, Фредди. Такого же, как и ты. Так, только у меня он коричневый, а ты желтый. И чё? Типа игра зависла? Все. Так куда ты пропадаешь, ты? Слышь, ты чё охренел? Пошел вон отсюда. Да поверни ты свою головень. Так, нормально. Будем просто крутить, поезжай, пока вот эта хреновина придет к нам опять и улетит нафиг отсюда вообще навсегда. Да поверни ты свою башкиру. А тебе назад поверни. Да. И я тебя жду. Тут. О, ты здесь. Здорово. Здорово, как жизнь? Хочешь, я посвечу фонариком? Главное, только себе не... Сайф, да, скотина. О, здорово, там желтый. Здорово. Как жизнь? Че, все, что ли? Нихера, там шкатулка, сейчас мне чуть... Слышь, ты, марионетка, ты охренела? Это ты? Чё ты тут свою шкатулу разводишь? Ты иди там, там разводись ты где-нибудь, там в другом месте. Чё ты у меня тут разводишься? Ты охренела вообще. Еще вам, может быть, секунд 8, короче. Ну ладно, меньше, там, секунды 2, 3, все, жопа меня уже бы не было. Весь больной умер бы, короче, тут, не знаю. Слезь. Повернись, скотина! Маску одели. Ну и ждем это. Вот, нашел кнопку. Да, давай, 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 давай. Пятый же час не идет, как 8 часов, так что давай. Вот и все. На изах прошел. Я тебя нашел, так что давай. Улетай. Так, давай, что тут дальше мне покажешь ты? Той Бонни. Нафиг ты мне нужен, конечно. Да, в следующей серии мы, короче, будем проходить всяких этих мужиков. Да, и кто досмотрит этот момент, то знаете, пока у меня будет больше осу, чем всяких фнафов, потому что компьютер мой не тянет много чего. Потому что есть игры тяжелые, есть игры хорошие. И как раз таки вот, некоторые игры могут ко мне и не тянуть. Например, если вы просите игру, например, ту же самую, что, КНАФ, если люди играют в него. Да, он меня не потянет вообще никак. Вообще, вообще. Или всякие там ФНАР, где-то ФНАКи всякие, вот. Меня не потянет, потому что у меня видеохоз нету, короче, все сломано, и сейчас у меня комп как ноутбук старый, так что... Ну, у меня видеокарты же больше нет, а компьютер снимает как-то без этого. Не знаю, как он это делает, ладно. Ну, это все, спасибо, что посмотрели это видео. Всем удачи, всем пока. Но ты не бойся.